Привет, друзья, вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня с вами продолжаем играть в Teardown, сегодня с вами продолжаем уничтожать все, что у нас есть в этой игре. Ну а сейчас небольшая рекомендация. Друзья, хочу порекомендовать вам один очень крутой дискорд-сервер Vegas F-Team, где часто проходят крутые съемки, ивенты, общение по игре Майнкрафт. Ссылочку я оставлю в описании, так что заходите, будем рады видеть вас там. Друзья, сегодня у нас будет карта, которая называется Junkyard, то есть это свалка, автомобильная свалка, причем карта огромная, из-за этого FPS, ну не сказать, что на самом хорошем уровне, но карта достаточно интересная, как я понял, мне в комментариях ее посоветовали, и как я понял, как раз сегодня вышло, ну или вчера, может быть, обновление на эту карту, и короче, карта, блин, ребята, вы видите, сколько здесь машин, мне кажется, это перебор, то есть на таких, на средненьких, блин, компьютерах будет тяжело играть в эту карту. То есть у меня компьютер, ну, тоже, конечно, не самый лучший, но и не самый плохой. Но, как вы видите, FPS, конечно, так себе. Но здесь, короче, можно, я так понимаю, много чем заняться. Что здесь у нас вообще есть? Тут какие-то шины. Тут бигфуты, кстати, какие-то. То есть тут можно какие-то трюки поделать. Можно, кстати, на бигфутах покататься по машинам. Здесь непонятно что. Здесь какой-то бульдозер. Я там видел на скринах какие-то жесткие есть тачки. Ну, какие-то типа... А, вот они, наверное, все тут стоят. Хотя нет, не похоже. Там просто какой-то прям машина-убийца. Машина-убийца. Ну, ладно, сейчас мы разберемся. Короче, так, пойдемте. Давайте сядем за Бигфут. Смотрите, самое интересное, одно из самых интересных, что здесь есть, это Шреддер. Шреддер, назовем это Шреддер. Короче, это хрень, которая пожирает машины. Вон она. Шреддер 2000. Давайте, кстати, мы залезем вот сюда вот сначала, раз она тут стоит. И сделаем просто, как говорится, по-пацански. Что, смотрите, левый шреддер медленно двигается, правый быстро. Ну-ка. Ой-ой-ой. Заехать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребят, я, кстати, надеюсь, что... Ненормально меня выкинул. Я надеюсь, что вы уже поставили свой большой палец вверх и подписались на канал. Если вы любите Teardown, так скажем. Это было бы очень приятно. Блин, здесь куча машин, просто куча разных тачек. Смотрите, здесь машины, короче, они эти, тухлые уже. Капец, чувак, который делал эту карту, он постарался. Здесь какие-то скульптуры из машин или что это, я не знаю даже, как это назвать. Ну да, это реально свалка машин, то есть здесь куча прям разломанных машин. Есть всякая техника, как, например, вот этот бульдозер. Давайте мы в него залезем. Как ты работаешь? Ого. А сзади у нас эта штучка, интересно, зачем? Я не знаю. Ладно, окей. Мы сможем ли мы вот это поднять дело? Вот так вот берем. Да, смотрите, машины там падают, а они просто стоят друг на друге. Вот это классно. Теперь я понимаю, почему так мало FPS. Но это реально очень круто. Карта реально охрененная, ребят. Ой-ой, смотрите, я просто землю под собой. На! Нормально. Не, мне нравится. Но я там что-то на скрине видел какую-то прям жесткую тачку. Я не знаю, где она. Может, она вот в этом доме находится? Либо вот там вот. А, вон она, друзья, я ее нашел. Давайте мы посмотрим, что здесь находится. Что у нас... Откройте, подонки. Закрыто, вот тут открыто. А, ну да. Ну, это какой-то автосервис. Видимо, здесь, короче, сюда можно привезти свою тачку. И либо ее починить, либо продать на металлолом, так скажем. Такая-то маленькая... Ну, это какой-то подъемник. Ага. Вот это, кстати, тоже нормальная тема. Давайте на вот этом прокатимся. Блин, классно. Так, залезай. Офигеть, ну жалко, что она медленно как-то двигается. Так, ну-ка. Вон там новые тачки стоят. Ну ладно, новые пока жалко. Вот там есть тоже новые. Которые мне не так уж и жалко. Так, окей, подъезжаем сюда. Подъезжаем вот так вот. Тихо, вот так вот. Так. И делаем примерно вот так вот. Нет, вот так вот. Блин, офигенно. Ребята, на самом деле, как же я жду мультиплеер в этой игре. Вы прикиньте, какие можно погони устраивать. Еще что-то в этом роде с помощью вот таких всяких тачек. Так, подъезжаем. Делаем вот так вот. Ого, не получается. Окей, еще разок. Опа. Опа. Ну, в принципе, сойдет. Либо можно, смотрите, просто вот так вот поставить вниз ее. И вот так вот ездить. И чисто это как будто бы щит такой. Которым ты заталкиваешь машины, например, в шреддер. Получится ли у меня это? Там, кстати, вон еще один есть. А если я, кстати, вот... Не, вот эту тачку жалко в шреддер. Давайте мы еще пару тачек в шреддер засунем. Например, вот эту. Заезжаем. Блин, ребят. Ой, надеюсь, я не заболел еще раз. Не знаю, слышите ли вы по моему голосу. Но надеюсь, что я больше не заболел. А то было бы... Будет неприятно. Было бы будет неприятно, как говорится. Вот, давайте на вот этом поедем. Там у него все какие-то инструменты. А, это какие-то лестницы.
Заедем на нем. Он еле, блин, тут едет по этой грязи. Давай, братан, ты сможешь, я в тебя. Верю ведь, я турбенте банальный, а ты желтый микроавтобус. Не знаю, при чем тут вообще это все, ну ладно. Что, тоже застрял? Не, выкакало, нормально. Ой-ой-ой, тише. Ёлки-моталки. Блин, не, ну карта охрененная, здесь просто куча тачек. Смотрите, там еще, ладно, если бы это была просто свалка, там еще дороги какие-то. Кстати, FPS такой ощущение, как будто стал получше, либо я уже просто привык. Причем здесь есть еще всякие трамплины, на которых можно покататься. Ну-ка. О, я знаю, что еще. О, ребята, сейчас вы, я надеюсь, влепите свой еще один лайк, если вдруг не поставили старый. Смотрите, садимся сюда и просто едем вот так вот туда. Сейчас будет классно, по идее. Да ё-моё, голос, давай, возвращайся. Ну-ка. Ба-бам. Блин, классно. Блин, ребята, я всегда вот это, когда какие-то фильмы, не фильмы, передачи были, либо фильмы тоже, где на Бигфуте катаются по машинам, это, блин, были одни из моих любимых, так скажем, сцен, потому что это реально классно. Но что-то этот Бигфут какой-то не очень большой. Не очень биг, так скажем. Биг-дик. Бигфут. Так, окей. Ладно, хрен ты с ним. Хотя они примерно все одинаковые. Этот вроде такой же. Так, ну-ка, вот та хрен взрывается. Давайте пистолетик. Да, взрывается. Классно. Забор ломается? Забор, я спрашиваю, ломается? Ломается. Красиво. Во, я вот сейчас... О, ребята, она там прям так стоит, как будто она хочет, чтобы я вот эти все, так сказать, машинки промолол. Просто к хренам собачьим. Блин, ребята, мне нравится, мне нравится. Карта так и называется, Junkyard, так что вы сможете ее легко, в принципе, найти. Офига себе, она... Ну-ка. О, охренеть, ребята, вы видите, что творится? Блин, да это просто жесть. Прикиньте, на такой тачке гоняться, не знаю, за рунтиком. Это же охренеть. Охренеть не встать, ё-моё. Так, жрём. Поедем даже прям тут дальше. Прикиньте, короче, у нас сломался тормоз. И здесь, короче, чисто посетители, которые приехали, сейчас охренеют. Сейчас мы даже проверим это. Блин, кстати, эта хрень не поднимается. Не поднимается и не опускается. Она сама по себе так вот держится. Так, сейчас развернемся здесь. Аккуратненько. Аккуратненько. И поехали, ребята. Опа, не понял. А, нормально, ладно. Ой-ой-ой, охренеть. Вы смотрите, что творится, ребят. Она, конечно, не так легко перемалывает новенькие машины, но она все равно это делает, друзья. Гелик там был какой-то, или это Land Rover, неважно. Так, ой-ой, ребята, охренеть, что творится. Не, ну ладно, здесь уже перебор. Здесь, конечно, перебор. Так, давай, сдаем назад. Едь назад, малышка. Здесь еще от машинки есть. Работаем. Чисто завод по переработке автомобилей. Как говорится, почему бы и нет. Ну, как говорится, здесь все просто. Вот эти машины, она вообще реально перемалывает как саму себя, так скажем. Так, я не понял. У нас какая-то машина застряла. Наверное, это, кстати, этот. От грузовика. Все, монстр поехал на улицу. Выехал за пределы свалки. И сейчас этот монстр будет пожирать все, что здесь есть. Смотрите. Вы видите? Едет какой-то, стоит тут какой-то чувак. Ого. Он долго держался. Охренеть. Блин, не, ну, конечно, выглядит это просто охрененно. Ребята, ну, согласитесь. Блин, одна из лучших карт за последнее время, слушайте. Прям реально, в последнее время очень много крутых карт делают. Это мне прям нравится. Ладно, давайте мы рестартнем. Блин, ребята. Реально, напишите что-нибудь в комментариях, чтобы я, блин, не заболел. Потому что я и так недавно болел, я думаю, вы помните, и теперь опять заболеть. Это было бы, конечно, слишком эпично и слишком не нужно. Не люблю болеть, блин, особенно два раза подряд. Проехали. Нормально. О, я хочу вот эту тачку. Класс. Так, что здесь есть? Там где-то какой-то трамплин видел? Во, вот этот. Да, сейчас классно будет, поехали. Главное найти выход отсюда. Ну, в принципе, вот выход. Опа, блин, красиво. Красиво, тихо. Охренеть, это было... Это было просто супер. Я просто реально супер-мега аккуратно выехал сейчас. Так, где там трамплин? Ага, я его вижу. А, прям разогнаться надо будет... Да, я понял. О, ребят, сейчас реально будет классно. Должно быть классно. Турбенти трюкач, дорогие друзья. Это я, если что. Так, поехали. Итак, ребята, готовьтесь. Готовьте ваши скриншоты, называется это.
Ю-ху! Блин. Думал, это будет поприкольней. Думал, это будет... Так, а что за машинка? Это машинка, в которую не сесть, я понял. Так, ладно. Хочется эту хрень, блин, тоже чем-то перемолоть. Но опять ту же брать как-то скучно. Это мы, в принципе... Ладно, давайте попробуем смотреть с помощью этой. Сейчас просто посерединке поедем чисто. И сделаем красиво. Смотрите. Опа. Опа. Вот так вот. На! Все машинки сейчас будут падать. Блин, прям как доминошки какие-то. Блин, но мы не можем проехать. Мы, кстати, застряли. Давай, ты же трактор жесткий, давай. Ты должен смочь. Да, смотрите, может, нормально. Красота, говорится. Как говорится, друзья, красотишка. Так, едем сюда. Опачки. И выходим. Классно. В общем, ребята, вот такая вот карта. Надеюсь, что она вам понравилась. Вот такое вот видео. Кстати, давайте сейчас заедем вот сюда, на этой штучке тоже в шреддер. В шреддер. Заходим и заезжаем, как говорится. Сейчас должно быть жестко. Сейчас должно быть тоже весело. Так, подталкиваем нашего младшего собрата и сами заезжаем. Давай, давай. Сможешь? Не может. Шреддеру мы не подвластны, кстати. Мы уже застряли. Ну и ладно, как говорится. Друзья, в общем, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. Это новая серия по замечательной игре под названием Teardown. Не заставит себя долго ждать.